В рамках проекта «Городская среда» Одинцовское местное отделение партии «Единая Россия» держит на контроле процесс восстановления разбитого тротуара на улице Бирюзова, ведущего от домов номер 1 строение 2 и номер 1 строение 3 к Одинцовской областной больнице. Депутат окружного совета Андрей Яцишин по просьбе жителей обратился к начальнику управления благоустройства администрации Одинцовского городского округа Андрею Журавлеву. Тротуар отремонтируют в ближайшее время.